За мохнатой проказницей наблюдали несколько дней в естественной среде. Надеялись, что обнаружится мама-медведица. Самка же к малышу так и не вышла. Скорее всего, она стала жертвой браконьеров. Поэтому малышку отвезли в зоопарк. Сегодня ее вывели погулять на свежий воздух. Это происходит нечасто. Нужно принять все меры предосторожности. Контакт с посетителями нет. Мы говорим о том, что можно понаблюдать издалека, как она у нас гуляет. То есть мы на руки нельзя фотографироваться с ней, тоже нельзя. А вот, пожалуйста, как она себя ведет, если какие-то фотографии на памяти, как маленький медвежонок бегает, вот это мы разрешаем. Девочка прогулкам рада, однако временами сердится и проявляет таежный характер. Для работников зоопарка топтышка, так окрестили медвежонка, стала любимицей. Посмотреть, как малыш уплетает питательные смеси, любят все. Как и всех детей, это не только в дикой природе, но и в нашей. Молоко с манкой, сейчас пока только этим. Зубы еще молочные, еще мясо давать рано. Как в дальнейшем сложится судьба найденыша, еще неизвестно. Специалисты в раздумьях. Юрий Варивода, Дмитрий Щеглов, РТС. Ну вот сюда.